Всем привет! Сегодня я занимаюсь грецкими орехами, то есть решила их всех почистить, приготовить. И хочу сегодня приготовить грузинское блюдо. Мой муж не ест, конечно, такие вещи, но я соскучилась по родным блюдам, национальным. И вот сделаю бажу, это такая подливка с орехами, с пряностями грузинскими. Все у меня есть. И гоми, это мамалыга. Кукурузной муки, тоже кукурузная мука. Не турецкая, а привезенная из Грузии. Так что обязательно покажу, как что я буду делать. Почему сегодня такой у меня воскресный день. Я в очках, не пугайтесь, потому что я слепая. Вот такая кропотливая работа. И я не вижу без очков. Пока-пока.